Большинство итальянских операторов сектора сельского хозяйства, 55% от общего числа, активно применяют систему Agritech с целью перейти на инновационное производство сельхозпродукции, сохраняя при этом высокое качество. Объем рынка сельского хозяйства 4,0 в Италии колеблется в пределах 370 и 430 миллионов евро, что составляет 18% европейского рынка сельхозпродукции и 5% глобального рынка. Эти данные сертифицированы органом наблюдения за технологичным сектором AgriFood, Osservatorio Smart AfriFood в Милане и лабораторией RISE при университете города Брешия и были представлены на конференции в Риме, организованной Конфедерацией сельского хозяйства, Confagricoltura, Ассоциацией Агрофармацевтики, Агрофарма и Ассоциацией производителей удобрений, Асофертилизанти. Главный вызов для сектора сельского хозяйства заключается в переориентации на инновационное и устойчивое производство. Министерство сельскохозяйственной политики Италии и Конфедерация сельского хозяйства видят в переходе на цифровую экономику ключ к лидерству итальянской модели сельскохозяйственного производства. Исследование охватило 1467 сельхозпредприятий, 55% которых использовали в производственной практике решения, ориентированные на применение Agritech. Более 300 технологических решений варьировались от интернета вещей, Internet of Things, IoT и анализа данных до роботики и дронов. Выбор систем зачастую носит сквозной характер, затрагивая несколько отраслей сельского хозяйства: 53% производства и торговлю зерновыми, 24% производства и торговлю овощами и фруктами, 24% и сферу виноградарства и виноделия, 16%. Выбор в пользу цифровой ориентации сельского хозяйства поддержали отраслевые операторы, Ассоциация Агрофармацевтики и Ассоциация производителей удобрений, по мнению которых научные исследования в секторе сельского хозяйства должны сосредоточиться на борьбе с паразитами, становящимися все более разрушительными для сельского хозяйства и все более устойчивыми к химическим средствам борьбы с ними. Стратегической целью сельского хозяйства 4,0 в Италии является достижение 5 целей. Первое – создание высококачественной продукции, нацеленной не только на извлечение прибыли, но и на создание ценностей с заботой о благосостоянии потребителей. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.